Меня зовут Анна Потер, я пресс-секретарь Зайцевского горного водоканального комбината. И мы находимся на реке Оленёк, в Оленёкском и Верхнинском национальном районе, где сейчас проходит празднование Дня Дубука, которое празднуется третий год подряд. Мероприятие не обошлось без обряда благословения, поклонения духу огня и танца дылача – солнца. В главных соревнованиях по ловле тугунка участвовали 17 команд. Также гости и жители ловили хариуса, состязались в ивенкийском футболе, метании аркана и стрельбе из лука. На празднике северного серебра, именно так называют редкую рыбу, собрались местные жители, гости из соседних районов, сотрудники Удачинского и Айхальского комбинатов. Побывал на дне тугунка и глава Якутии Айсен Николаев. Он поблагодарил жителей Оленёкского улуса за сохранение традиций и вручил республиканские награды.